Народ недоволен. Говорят, что из-за чумы у них деньги кончаются. Да? Надо разобраться, откуда у них вообще деньги взялись. Мы сидим на двухнедельном карантине уже второй год. Почему мы теперь общаемся через это окно? Дистанционные совещания помогут не заразиться. Печенеги атакуют! Выходите! Воевать будем! Мы не можем выйти! У нас карантин! Я хочу сейчас убивать! Классно, погодку! Блин, а не вот это, вот все! Короче, я пойду в курьер. Начинаем поединок за руку и сердце и всю остальную мою дочь. Напоминаю, что в условиях карантина запрещено приближаться друг к другу на расстоянии менее 4 метров. У меня палка метр. Нашел время хвастаться. Вот так вот ты и появишься на свадьбе. Можно сойти с ума, о синячим заперти. Это вообще чума. Никогда бы не подумала, что вы умеете маникюр делать. Сейчас у палачей вообще работа встала. А может их как-то покрасить? Можно, но только в синий цвет. Это что такое? Виртуальные митинги. Людей нет, а недовольство, вот оно. Чума. Премьера. Наконец-то движуха! Я думал, сдохну от скуки на этой самоизоляции! Смотри прямо сейчас на Иви.